так называемая чингизитка. Ну, видите, по форме она явно отличается от киргизской зимней настоящей. Ну, те, кто понимает, кто не напутал. Ну, форма как бы более грушевидная. Вот на трехлеточке получены сигналки. И вот здесь, на молодой четырехлетке, как бы в пристенной культуре, ну тут как бы вот буквально пару плодов, и здесь она как бы вылизана, подлита, подкормлена, то тут эта чингизитка вот будет грамм до 400 нарастет, уже она грамм 300, видите? О, это поздняя груша, ей еще расти, расти, как бы съем будет где-то, ну или в начале октября, я думаю, вот так. Ну, опять по погоде. В этом году идет в Белоруссии, ну, лето со сдвигом, ну, как бы с опозданием идет, где-то дней на 10 все зреет позже, несмотря на мягкую зиму. Ну, Ксения, к ней не стоит возвращаться, уже она, как бы про нее столько говорили, что как бы она еще висит и висит и висит. Если ее как бы сработать от червяков, все, то она будет висеть до самых морозов.